я врубаю Daft Punk, крутит мне план. Какой твой любимый жанр фильма? Мальчик, когда ты вырастешь, ты будешь самым-самым умным мальчиком, как твоя мама. Мужик, батины гены. Ты будешь юристом или архитектором. Ну или бизнесменом, да? Нет, он будет у нас футболистом, как Кличко. Кличко. И слушай папу, папа дурак. Мужик. Что, сыночек, ты определился, кем хочешь стать по жизни? А ну, папа, иди сюда, сейчас нам сыночек покажет, тю-тю-тю. Ну давай! Давай, сынок, показывай! Кличко! Это все твои гены! А можно вилку? А доставка бесплатна? Здравствуйте, меня зовут Майя, и я суши-зависима. Я не ела суши уже месяц. А что это за вкусная такая зеленая штука? Она выглядит очень аппетитно, а? Я уже не могу есть. Фу, я тоже, но мы сделаем это. Килограмм ролл. Блин, давай, наверное, 850. Я на диете. Айфон хочешь? Не хочу! Шубу хочешь? Не хочу! А суши хочешь? Хочу, 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 хочу! Да где театр? Да вон театр! Да где театр? Да вон! Я не вижу! Смотри, сиськи в тесте. Сосиски в тесте. А. Смотри, там Джаред Лето. Пойдем, быстро, быстро, пойдем. Это точно он, да точно говорю он. Майя, это собака. Там море. Майя, ты просто угадала? Да, просто угадала. О, Наташка, что ли? Девушка, а мы с вами знакомы? Это 28 или 34? 28 или 34? Да какой же это троллейбус? Майя, у тебя очень плохое зрение. Мне кажется, тебе нужны очки. У меня плохое зрение? Все, счастливо, не кашляй. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Спорим, что ты не заметил, какого цвета кепка была в видео. Если заметил, то пиши ее цвет в комментариях. А если не заметил, то пересмотри еще раз. И не забудь подписаться на мою... Hi, ladies. Совсем недавно я была в интернете. В интернете сейчас ходит... В интернете сейчас ходит супер-мега-модная методика по выщипыванию бровей. Нитками! Вчера купила очень много ниточек разных цветов. Ну, под одежду специально. Но я же не быдло какое-то. Мой, как эти нитки увидел, говорит, что наконец-то носки мне заштопаешь. Я сказала нет. Буду брови выщипывать. Ну, в общем, мы сейчас вместе временно не живем. Мы берем ниточку. Главное, очень аккуратно разматывать. Это же все-таки нитки. Как в детстве играли в эти резиночки. Сука, как это сделать? В общем, берем вот так вот. Вот так вот берем, наносим на бровь. И вот так вот как-то... Что-то как-то и ничего. Возможно, это действует совершенно не так. Возможно, я что-то не понимаю, как это, сука, действует. Алло, привет, пожалуйста, я связана. В общем, запомните, девчонки. Если эта хрень с нитками не сработает, то вы запросто можете помириться со своим парнем. Зашли в тупик. У нас уже нет того огня, который был раньше. И для этого я пошла в танцкласс латино, чтобы хоть как-то разбудить наши чувства. Ella
надеюсь, от моего танца пламя любви снова зажжет наши отношения. Наш тренер просто зверь. Посмотри, какая у него фигура. У нашего тренера такая офигенная фигура. Нам никогда не достичь такого результата, как он. Мне можно без очереди. Алло, курица, куда без очереди? У нас тут очередь. Пошла. Девушка, куда? Я с ребенком. Я занимала. Я только спросить. Теперь я знаю все про герпес. Так, девочки, расходимся, терапевт сегодня до 11. Давайте, на выход. Даже без картинок. А вы крайняя. Фу, смотри, твой бывший с новой тёлкой. Что? Фу, я не думала, что он так низко опустится после отношений со мной. Может, я напишу комментарий? Ты что, не вздумай ему писать! Ты выше этого, не надо! Это все в порядке, я напишу, что она просто шкура. Я сейчас выйду в магазин на 5 минут. 5 минут, не вздумай ему писать. Поняла. Ты что, ему написала? Я ему написала с фейковой страницы! Ролик создан при поддержке девушек, которые имеют 33 фейковые страницы. Привет! Алло, привет! А ты идешь на тусовку к Мише? Иду. А ты тоже идешь? Блин, а ты поможешь подобрать мне какой-нибудь лук на тусовку? Да, я тебе помогу. Помогу. Нет времени ждать, все хочется взять, все нужно успеть. На встречу себе в темно-красном купе леди мчат по Москве. На пляже все мужики хотят их взять за буки, но ставки так высоки. Все ништяк, вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк, вокруг. Точно подойдет. Все ништяк, вокруг шум. Ой, здравствуйте, мужчина. А может, с вами посидеть? А то во всем сквере ни одной лавочки. Ну, вообще, я училась в университете, потом поняла, что в школе мне, ну, как бы лучше было. А я такая думаю, блин, я вообще моделью хотела быть. Ну да, а вы где-то учились? Или у вас есть вообще животные? А я вообще, знаете, люблю собак. Ну, блин, когда птицы летают, птиц тоже люблю. Help, I need somebody. Help, not... Hey, sexy lady. Ну чё, мы так и будем в этом парке сидеть? Пойдем в ресторан какой-то сходим, я не знаю, лобстера пожуем. Ну, в общем-то, как-то так все у меня происходит. Куда вы смотрите? Смотрите. Ёпта, куда пойдем, а? Вам вообще говорит что-то такая фамилия? We'll be right back.
ним будешь делать? Я не знаю! Это уникальная вещь. Она вам пригодится в любой сфере деятельности. Так что, брать будем? Да не, хрень какая-то. И правда хрень.